Там расстреливают. Если мы не пропустим подмогу туда, сейчас, подождите, то подождите, помолчите, да. Помолчите, ребят, и то, так и все, будет. Все мы там, дайте как мясо. Их там смешают с землей. И ничего больше. Ну, конечно, заблокировали. Когда мы видим конечно, не врагов, когда мы просим открыть огонь, нам не разрешают. А они же нас потом начинают убивать, а мы там. Вы это хотите узнать? Скажи, пожалуйста, есть коридор реальный, по которому можно помочь? Вы поймите, что ни одному генералу эти мальчишки сниться не будут. Командирам их не будут сниться, если командиры выживут. Все будет это сниться. То, что рота ушла оттуда, это чудо. Только потому, что не было оповещения на штаб ПТО. А если сообщили, что рота уходит с высоты, она б не ушла. Пацаны и 100 метров не прошли. Это потому и судят сейчас этого настоящего мужика, который выйдет. Я это видел своими глазами. Девочки, мы остаемся. Конечно, как вы понимаете. Вы это хотите узнать? Мы не уходим. Я вам много чего могу рассказать. Пока наших всех не выведут с высоты. Правильно, девочки? Правильно. О каждом шаге, о каждом передвижении знали заранее. Расскажи. Людские жизни. Он сказал. Убить. Спасибо. Приятно? Нормально. Вы кто такие? Вы правительство. В первую очередь. Которых выбрали мы. За нас быть.